Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. И я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В выходные дни сразу после пляжа можно завернуть на вечерний показ фильмов в кинотеатр под открытым небом «Филин». Кинолюбители со стажем рекомендуют взять с собой подстилку, чтобы не сидеть на ступеньках, а также хорошее средство от комаров. В субботу, 23 июля, планируется к показу криминальная драма «Достучаться до небес», а в воскресенье красочный мультфильм «Мадагаскар». Показ бесплатный, начало сеансов в 21:00. Найти летний кинотеатр легко. Набережная Волги возле Ладьи. Любите качественную музыку в живом исполнении? Тогда выбирайтесь в субботу на прогулку в один из трех самарских парков. Хорошее летнее настроение вам гарантировано. 23 июля в парке «Молодежный» с 5 вечера публику развлекает лаунж-бенд «Авеню Бит». В 18:00 в парке «Дружба» для вас играет инструментальная группа «Мишельс Бенд». В 17:00 на Воронежских озерах зажигает группа «Моралес Акустик Бенд». Репертуар самый разный – от задорных рок-н-ролльных хитов до романтических баллад. Задумали свидание в парке? Лучшего места и не придумаешь. Разговоры об искусстве ожидают всех желающих в субботу, 23 июля, в Музее Модерна. Лекция «Искусство Древнего Рима» начнется в 18:00. Курс рассчитан на интересующихся людей, которые никогда специально не изучали историю искусства. Заодно в музее можно будет посмотреть действующие экспозиции. Музей Модерна проводит и велоэкскурсии. Особняк Курлиной, улица Фрунзе, 159. Все лето, трижды в неделю в парке Гагарина танцуют все. Вальс, хастл, контрданс, польку и многое другое. Новичков всему научат и все покажут. Главное – прийти в удобной обуви и взять с собой пару. Нет пары – можно познакомиться прямо на площадке и закружиться в танце. В воскресенье парк Гагарина. Открытая площадка недалеко от остановки на Московском шоссе. Начало в 18:00. Танцуют все до 10 вечера. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!